Эх, как нам сейчас не хватает Ярослава Голованова. Жалко, забыл фамилию главного редактора. Вот. Как нам не хватает вот таких парней. Потому что кто-то должен уметь это так преподнести, чтобы люди хотели идти. Тимошка, вот его фотография. Вот. Уже с трудом, уже пожарником не хочет быть, уже этим не хочет, уже тебе хоть героическая профессия. Нет, буду богатым, буду блогером. Так детям мозги задолбили. Ужас. Я уже с ужасом это. Что творится, а? Нам нужны люди, которые умеют это все рассказать. Вот такие вот. И вот, знаете, была бы обратная связь, чтобы этого парня бы найдут же, да, по лесу можно найти. Да вот он, будущий блогер, но уже блогер садоводческий. Чтобы, посмотрев на его репортажи, посмотрев его статьи, посмотрев на его эти самые канал, чтобы тысячи детей захотели не богатым блогером, а садоводом стать. Вот, видите, я к нему по это. Вот не зная этого, он мой учитель. Потому что я этого не знал. И я его чему-то могу научить. Вот это вот. Мне прислали эту фотографию. Кто-то, когда я кричал, что не бывает груши колновидных, не бывает. Кто-то присылает фотографию из моих этих учеников. Сделал на рынке. Да вот же она, настоящая груша колновидная. И мне заткнуться оставалось? Нет. Остается мне ее пинать, пинать. Те же три груши больше не дождетесь. Вот как на рисунке, видите? Вот. Больше груш никогда на нем не будет. На этом дереве. Корней у него практически нет, этих груш. А вот это я сделал в своем саду. Это моя нарядная фигура. Я раньше, когда делал, я думал, когда-нибудь пригодится. И когда мне заставляют, учат не меня, а все гнуть, гнуть, гнуть. Я говорю, не смейте гнуть грушу, у нее почти все ветки растут вверх. Я вам показывал десятки фотографий. Еще годик, два. Нахрена ее гнуть? Что вы творите-то? Смотрите. Вот. А, кстати, случайно нашел эту фотографию. Ой, я тогда не нашел. Помните, я рассказывал про сеяние Чернобаева? Вот. Вот у него выросли вот такие полукультурные груши. Ой, яблоньки. Это как бы вдогонку к той теме. Ну что, девчата с Тимирязевки. Это дикие, нет? Вы знаете, я же не поленился. Я позвонил Чернобаеву, и мы сделали отдельный фильм. Он есть вот здесь вот. Я даже не поленюсь, покажу. Ой, Господи, чур меня. Фу. Вот, смотрите сюда. Я вам показываю этот фильм. Вот это мои фильмы. О, долго искать, жалко, жалко, жалко. Тут такое огромное количество, их сотни. В общем, я сделал фильм, где, в общем-то, немножко, конечно, в неудобном свете выставил людей, которые взялись судить и редить, потому что с каким-то чудом закончили эти дипломы, получили, и решили, что они судьи. И вот получается вот эта Сея Чернобаева, он мне еще, я еще спросил, ну а вкус? Это семечко. Великолепный, вот его ответ, великолепнейший. Вот слова Чернобаева, можете проверить. Уссурийская груша, вот это ее семена. Они, вот я семена продавал культурных груш, хоть мне тоже мордой тыкали, вот, я все равно продавал. Потому что ни один Мичурин, ни один Железов должен заниматься садоводством. Простите, что вырастет, потом расскажете. Не разоритесь, вот. Но самые семечки толстенькие, пузотенькие такие, схожи стопроцентно. Это уссурийская груша. Вот. И, к сожалению, к огромному, они не нужны науке. Именно у них стопроцентная совместимость с любой грушей. Хотя дикарь из дикарей, весь в колючках, не подойти. Ты подойдешь, поцарапаешься. Вот. Дикарь из дикарей есть невозможно. Можно использовать как пыточное средство. Поймали диверсанта, в рот ему пихайте, пихайте, пихайте. И он тут же все расскажет. Потому что вкус непереносимый для человека.
страшнее вкуса не бывает, чем у этой груши. И вот на ней любая груша. Это единственное, где я палец об палец не ударил. Я сразу только вырастил по двое. Прививаю, идет. Прививаю, идет. Прививаю, идет. Любой сорт привезу. От Латинкова и это самое. Еще от кого-то, от Боднера. Прививаю, идет. Прививаю, идет. Ну вот и это как Бог послал. А потом остается выбрать пару сортов поздних, которые могут полежать, еще продать надо. Ну что, закрываем тему.